Цветет ежемалина оникс. Я вот по цветкам все-таки хочу определить, в какую же большую сторону склоняется этот сорт. К ежевике или к малине. Но мне кажется, все-таки к ежевике. Ну, во-первых, темный цвет, как у ежевики. Во-вторых, цветок ближе к ежевичному. Допустим, вот это оникс. Сейчас покажу, как малина. Ежемалина тайбери цветет. И как цветет другой сорт ежевики, допустим, Columbia Sunrise. Так, это вот оникс. Цветет как ближе к ежевике. Ну, вот, к примеру, тайбери цветет. Ближе к малине цветок. К примеру, как карака цветет. Ну и Columbia Sunrise. Очень похоже, так как это одного института орегоновского селекции, то, естественно, цветы у них похожи. Ну, в принципе, в чем-то, вот, допустим, Sunrise и Onyx даже в чем-то листья похожи, очень похожи. Просто разница в том, что Onyx шиповатый сорт, а Columbia Sunrise без шипов. А так, в принципе, очень даже схожи они. В общем, мое заявление, это ближе к ежевике все-таки Onyx, чем к малине.